Давай, встаю. Как вы думаете, какой у меня сегодня ночью? Ну, наверное, не видно. У меня сегодня девушка, и я начинаю этот влог новый с дневника, потому что я решила снимать это только сейчас, потому что думала, что у меня будет Оливия после человека. Так, перестань, пожалуйста, это делать. И как бы какой смысл снимать, потому что я вообще ничего не снимаю. Ну, нет. Лоша, кстати, встала. Только что. Доброе утро. Сейчас скажу. Напишите в комментариях, доброе утро, Оливия. Да? Оливия будет счастлива. Я только что дала ей сахарок. Ну, чтобы утро началось хорошим. Вот теперь она лежит все деревяшки. Да? Красавец! Вот как вы эти глаза не видите? Ну такие вроде милые, скажите. Да. Красавец ты, Маша. Красавец. О, да, вот красавец. Что у тебя здесь? Тебе пока ничего не делать. Надо мне чиститься. Давай. Спасибо, Маша. Сегодня тебе поедет. Да, да. Может быть, мы видим наш процесс манипуляции с Оливией из-за меня, из-за моего туловища. Я хочу ее немножко подстричь, чтобы было более ровно, более красиво. Очень как герду жутко. Извините,
извините за посторонние шумы, я просто сейчас нахожусь на улице. И я буду Оливию стричь из-за того, что мне не нравится, как выглядит ее грива, хвост и челка. Но я подстригу ее. Начался процесс стрижки, приятного просмотра. Хочу сказать, не судите меня строго, я первый раз стригла лошадь, и это более-менее хорошо получилось. Решил подстричь Оливию, немножко подукоротить кончики, и я вам сниму конечный результат. А то так очень плохо видно слишком долго. Вот я подстригла, примерно так. Ну, первый раз неплохо. Челку тоже, еще и хвост. Совсем не видно хвост, но как бы постаралась. Все было прям идеально, прям ручку, мне очень понравилось. Это не моя тренировка, но я думаю, вам будет интересно посмотреть, как ведут себя лошади на моей конюшне. Ну вот, в принципе, как-то так.
я заканчиваю видео на такой прекрасной ноте тренировки. Конечно, не моей, но тоже хорошей тренировки. И я сегодня за этот день подстригла Оливию. И вообще была хорошая тренировочка у нас.